Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы когда-то встречали ведьм? Нет, я в это не верю. Вы не верите в это? Извините. Остановитесь. Я хочу признаться вам, я потомственная ведьма. Вы не верите мне? Смотрите, что у меня есть. Что знаете, это? Что это? Это кукла. Это вы. И то, что я сделаю с этой куклой, вы почувствуете на себе. Вы не верите мне. Будете меня разводить, вот это... Я не развожу вас. И вы сейчас в этом убедитесь. Да, ну, смотрите. Нет. Я давно за вами наблюдаю. Хотела бы вам кое в чем признаться. Я обладаю великим даром. Знаете, что это? Девушка, давайте без этого. Хорошо. Это вы. Я вам серьезно говорю, вы что, мне не верите? Это игла. И вы сейчас почувствуете то же самое, что почувствует кукла. Теперь вы мне поверили? Что ты вообще делаешь? Я же вам говорила, что я ведьма. Да какая ты нахуй ведьма? Вообще не делай. Девушка, остановитесь, какая-то. Пожалуйста. Успокойтесь. Посмотрите туда, вот туда вот. Я снимала камера скрытая. Это был розыгрыш. Молодой человек, простите, пожалуйста, можно вас, пожалуйста, попросить? Вы можете мне измерить ногу? Ногу? Серьезно? Да, дело в том, что я работаю в модельном агентстве, они меня просят постоянно измерить им ногу. А я мерю, у меня не получается, то одна больше, другая меньше. Мне очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, можете мне помочь? Ну, ладно, давайте. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Вы могли мне измерить? Только я вас очень прошу, ко мне не прикасайтесь, хорошо? Вот отсюда и сюда. Спасибо вам большое. Только вы говорите, сколько там получается. Получается... Как вы так меряете? Вы тут? Да, 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 конечно, тут с этой стороны меряем. Хорошо, хорошо, да. Вы куда вообще смотрите? Я вас очень прошу, пожалуйста, для меня это очень важно, очень ответственно. Мне... Вы можете смотреть на меня, когда я вам объясняю? Мне нужно замерить вот эту часть ноги вот и вот эту, и посчитать. Вот так вот? Нет, да. вот эту не надо мерить, нужно вот отсюда замерить. Вот здесь, да? Да, да. Вот да, только близко не прикасайтесь, пожалуйста. Да. Пожалуйста, не надо так на меня смотреть. Да, 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 конечно. 40. Я. 40 это как-то маловато, что-то не то получается. Записывать. Да. Только обязательно записывайте, потому что ну, мне нужно важно понимать, сколько там получается. Так. Здесь у нас. Как вы там меряете? Здесь нет моей ноги, мужчина. Мужчина, моя нога начинается вот здесь. Да, вот здесь, конечно. Здесь можете работать. Мужчина, зачем? Я вам здесь не на показе открытых ног стою. Да, 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 да. Можете так близко не смотреть туда? Сколько там получается? Здесь получается. Мужчина, не отвлекайтесь, пожалуйста. Можете замерять ноги? Сколько там выходит моя нога? 4. Тут уже нет ноги. Сколько там получается? Можно я вас закрою, пожалуйста, чтобы вы не смотрели? Вот так вот, 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 вот. Да, только так близко не прикасайтесь. Измеряйте более тщательно, пожалуйста. Конечно. Все, можете уже считать, уже больше не нужно. Вот вы так долго меряете. Да, я уже нервничать начала. Все вместе получается у вас прекрасные ноги. 2 метра. Как это 2 ноги или только 1 нога? Да. Мне, пожалуйста, помочь. Мне очень нужно, чтобы вы помогли мне измерить вот эту часть ноги и вот эту часть ноги. И потом, чтобы вы посчитали, сколько там получается. Дюймах или в сантиметрах? Давайте в сантиметрах, конечно. Да, наверное, от пятки. У них там такие стандарты. Только не прикасайтесь там близко, пожалуйста, я очень прошу, потому что я начинаю нервничать. Хорошо, это не я, это линейка. 47 сантиметров до колена. Хорошо. А что вы там подглядываете? Да я на цифры смотрю. Вы не подглядываете, там уже, по-моему, ноги моей нету. У меня зрение плохое, я цифр не вижу. Сколько там получается? Сколько это 1 нога получается? 1.5 метра. 1.5 метра? А если вот так померить, сколько еще получается? Плюс... Да, плюс то, что было внизу. 40 сантиметров.
То есть здесь 1.5 метра, а здесь 40 сантиметров? Ну, вот вы хотите сказать, что у меня кривые ноги? Не, у вас все хорошо с ногами. Мужчина, сколько в общем у меня получается? Блин, я сбился немножко, простите. Я не могу посчитать. 22, 52, 56. Что-то какие-то у меня кривые ноги получаются. Скажите, у меня нормальные ноги? Вполне, да, шикарно. Мужчина, да, вы что, сумасшедший? Да я вас нет. попросила померить мне ногу. Чем да вы занимаетесь? Вы? Вам вообще не стыдно? Я уже посчитал тут, вот 35. Вы уже посчитали? Да. Нога 35, это очень много. Вы знаете, думаю, у меня размер ноги меньше, конечно. А сколько там получается вообще? Сейчас, в общем, блин, путаю, честное слово, сейчас. Я уже... Даже не знаю, что сказать. А знаете, почему у вас не получалось? Все дело в том, что вы снимали на скрытую камеру. Так, отлично. Левой, правой, левой. Теперь разворот. Ручками проводим по себе. Эй, молодой человек, остановитесь. Можно вас, пожалуйста, на одну минутку? Да, конечно. Танцуйте со мной, мне нужен партнер. Партнер? Да, у меня репетиция, просто мой человек задерживается, мне нужна компания. А, буквально пару минут. Хорошо. Вам нужно будет всего лишь повторять за мной. А, да. Да, давайте с ножки на ножку. И влево, вправо, влево. Щелчки. Правее, левее, правее, левее. Оп, давайте так. Оп, оп. А, отлично. Покружимся. Давай. Два. Интенсивно. Хоп. Супер, у вас отлично получается. Спасибо вам. Как ваше настроение? Отлично. Вам понравилось мне танцевать? Да, конечно. С вас всего лишь 100 гривен. Ну, вы же танцевали со мной только что. Ну, вы же меня сами попросили. Ну, вам понравилось? Да. Ну, с вас всего лишь 100 гривен. Ну, вы думали, что это бесплатно? Что у нас вообще бесплатно может быть, скажите, пожалуйста? Что тут происходит? Ты не переживай. Он не хочет платить деньги. Как это? Не понял. Давайте, может... А давайте без давайте. А может кредит? Кредит? Какой кредит? Наличку сейчас. У меня нет налички. One minute, please. It's okay. Okay. Yeah. It's okay. Very good, nice. Thank you. No. Dance me. Hey, what's cracking, man? What? Good. What's cracking? Where is the money? Деньги, гроши, популяр. No, why? For what? For what? For dance? Dance like, for dance? I was going to work. Братуха, мы в этом городе за все надо платить, понимаешь? No money. I have no money. What no money? What no money? No money, no honey. Yeah, but I wasn't going to work. Давайте попробуем сделать ему. Вот так. Отлично. Плечи вперед. И попу назад. Вперед. Назад. Я так не могу. У вас хорошо получается. Ну что, с вас 100 гривен за то, что вы со мной танцевали. В смысле? Ну 100 гривен. Какие 100 У вас хорошее настроение, вы со мной потанцевали, и я попрошу вас заплатить мне 100 гривен. Вы об этом не предупреждали, у меня нет денег. Что вы думали, что вы со мной бесплатно будете танцевать? Где находимся? У нас сейчас ничего бесплатного нет. Что тут происходит? Ничего. Человек не хочет платить 100 гривен. Меня не предупреждало так. Ты в городе живешь? Что здесь живешь? Что тут может быть бесплатно? Как такое может быть вообще? Вперед, ручками, вперед, вперед. Теперь глаза. Проводите ручками на глаза. Вот так. Хоп, хоп, хоп. Теперь сейчас будет припев, мы присаживаемся вниз. И делаем вот так движение. Хоп. Справа налево. Справа налево. Теперь бедрами вправо, влево, вправо,
Лево. Руки вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Кстати, спасибо вам большое за то, что со мной потанцевали, и с вас 100 гривен. Какие деньги? Ну как какие? Что вы думали, что вы со мной будете бесплатно танцевать? Да. Что тут происходит? Происходит то, что она... Человек не хочет платить 100 гривен. Ты что, ты забыл, в каком ты городе живешь или что? Я в городе живу, что я девушка потанцевала. Так тут за все надо платить. Нет. Слушай. Вы согласились потанцевать, у вас было хорошее настроение. Это вообще моя часть парня. А? Мужчина, здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь накачать колесо? Пожалуйста, я очень опаздываю, честно. Я тоже опаздываю. Пожалуйста, я вас очень прошу. Пожалуйста, помогите мне, ну честно. Ну, надо по делам. Спасибо большое. Да, там уже все подведено. Просто качайте. Давайте я, наверное, кемку у вас заберу, чтобы вам было удобнее. Да. Девушка. Мужчина, у вас все хорошо? Да, у меня все хорошо. Вы себя нормально чувствуете? Нормально. Ну хорошо, качайте, пожалуйста. Мужчина, ну как бы люди тут, ну такое не очень. Не знаю, старый гелик, блин, брату еще. Спасибо большое. Слышал? У меня в ушах свистит или это реально прикол? Скажи, пожалуйста, что ты сегодня кушал? Ничего. Ничего? Пока. Наверное, живот урчит. Да, это что за звуки? Так это не я. По-моему, что-то происходит. Был розыгрыш. Спасибо вам большое. Алло, добрый день. Это доставка? Я бы хотела заказать пиццу 4 сыра и 2 пиццы с пепперони. Да, доставка? Улица Садовая, 79/81, квартира 1. Да, спасибо. Жду. Что это такое вообще, не понял. Что? А адрес я вам дала. Да, это ваш адрес. Господи боже, это дети просто балуются. Что вы, успокойтесь. Мне пиццу давать? Конечно, буду пиццу. Молодой человек, подождите, остановитесь, посмотрите внимательно туда. Вас снимала скрытая камера. Это был розыгрыш. Что, извините, а тут что-то кусает, летает. Что-то села мне на шар. Нет. Что такое? Что там? Летает? Там... Что? Такое большое, господи. Что там большое, не пугайте меня. Какая-то. Муха моя
какой-то монстр. Может, снимите. Снимите сами. Так как я ее сниму, ну, может, вы ее сбейте, как-то убейте вот этой вот нагозеткой. Все, так, я извиняюсь, дайте мне эту она вот. Она сидит, она не ходит она... в лапе, она ничего не зацепила, да, это дайте... просто пламя. Фу! Что, что? Что, 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 что? Что? Вот там такая бяка сидит. Какая бяка, оса? Оса, да, мне больно, как у оса. Так что там? Да там, фу. Фу, там какашка, что ли, или да, что? Да, ну, типа того. Какашка? Ну, муха такая вонючая. Муха? Какая большая, маленькая? Такая. Вот такая! Убейте ее срочно, срочно убейте. Уверены? Да, срочно. Может... Ух ты, японский ты, мать! Что такое? Где японский? Что такое там, ё-моё? Боже мой, давайте позовем на помощь. На какую помощь? Что? А если я сильно выполнил? Ну, это же сильно. Это же не кулаком. Не, ну хорошо. Ну, хорошо. А, лучше, не, лучше аккуратненько. Аккуратно? Мама! Что? Что это? Что, что это? Это вам же больно. Где что больно? У вас как бы, я не знаю, как это муха цеца или что. Где, снимите ее, снимите. Я боюсь. Снимите. Боитесь? Я боюсь. Как вам помочь? Ну, ладно, ладно, давайте, давайте сбейте ее вот этой вот газеткой. Вот она! Мама! Все, стоп, смотрите, вас снимала скрытая камера. Можно я вас обниму? Здравствуйте. Можете помочь, пожалуйста? Девчонки, так тороплюсь. Пожалуйста, честно, у нас колесо спустило, но мы опаздываем. Очень нужно. Ладно, сейчас. Поменяйте, пожалуйста. Спасибо, какое-то. Сейчас его принесем. Да, Уважаем, а что мы тут делаем? А тебе ну надо вообще? Ты вообще что здесь делаешь? А ты девочек подальше. В смысле, это мой мерс. А ты здесь берешь и выкручиваешь колесо, чтобы что? Чтобы что? Иди ройся, отдавай свои мусорники. Вообще туалет в машине. В смысле ройся в мусорнике? Это мое хобби. Я крышечки собираю. Ты видел вот это сердечки? Я занимаюсь тем, чтобы глобальное потепление не было. А ты что делаешь? Глобальное потепление? Давай сваливай отсюда. Девчонки меня попросили помочь. Отойди от машины. В смысле, это моя машина. Я сейчас полицию вызову и... Давай, давай свою полицию, что? У тебя телефона, небось, нет. Что гонишь вообще? В смысле, нету. Тебе что, доказать, что это моя машина, что? Ну, давай попробуй что-то. На, подержи. Дай, убери свою бутылку отсюда. Да ладно. Дай мой ключ. На, на, держи. Дарю. Домкрат. Домкрат есть. Сейчас мы принесем его. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый, а что вы делаете тут? Мне тут девчонки попросили помочь с колесом. Какие девчонки? Это мой мерс. Ты выкручиваешь мое колесо. Ты что, полицию вызвать или что? Ваша машина? Это моя машина. Как это может... Блин, убери руки, что ты делаешь? В смысле убери руки? Это моя машина, что хочу, то и делаю. Какая ты себя видел? Ну, да, конечно, моя машина. Ты... А что за девчонки? Они с тобой были? Не знаю, про каких ты девчонок говоришь. Ну, ко мне подошли. У меня много девчонок. И я не знаю, про каких именно ты вот это вот говоришь. Ключи. Какие ключи тебе? От вон. Машины, от машины. Вот это, кстати, мой ключ. Я понимаю, от машины есть? Естественно, на, подержи. Сейчас. Тебе еще доказывать надо, что моя машина.
Ключ отдай. Уважаемый, что вы тут вот делаете? What are you doing here? Get out. Get out from here. Get out of American boy? My name is Yuri. Мой head. Что ты делаешь? Вот, пожалуйста, не мешайте. Видите, я немножко занят. А ты в курсе, что ты пытаешься у моей машины снять колесо? Мужчина, ваше колесо вон там. Вот идите и копайтесь в своем альфаторе. Ты чё вот это вот мою мой мерт вот это вот трогаешь? Вы не трогаете, куда вы своими грязными руками? Вы чё? Посмотрите на машину, она просто вымытая. Вали отсюда, то милицию вызовут. Какой-то. Это наш папик. Что? Серьезно? Папик, что? Ну папик просто. Пожар какой-то, он тут рылся, так а что, туда залез? Старайте бога, это наш папик. Сумочку забыла, стой. Я не буду помогать. Все хорошо, мужчина, успокойтесь, посмотрите туда. Это был розыгрыш. Вон.